С вами Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструмента от компании Kingroy 099 MDA на 99 предметов. Kingroy выпускает профессиональный инструмент с хорошими отзывами покупателей. Инструмент выпускается на острове Тайвань. Начнем с упаковки. В данном видеообзоре у нас уже обновленная линейка Kingroy. То есть они поменяли трещотки на рукоятки трещоточные на трещотках. То есть уже идут не черные, а синий-черный цвет. И упаковочная коробка также изменена. То есть именно цветовое решение и надписи на упаковке. Так, что важно указывает производитель. Это гарантия 1 год на инструмент. Хромбанадевая сталь, материал изготовления. Надпись появилась здесь Germany STD. Комплектация набора указывается. Made Taiwan. Трещотки 72 зуба, мелкий шаг. Ну и с обратной стороны также комплектация указывается, только уже на русском языке. Так, и начнем мы с трещоток. В наборе две трещотки по 2 рабочих квадрата. 1/4 дюйма маленькая трещотка и 1/2 дюйма большая трещотка. Размеры большой трещотки под 1/2 260 мм, маленькая трещотка под 1/4 дюйма 150 мм. 72 зуба, мелкий шаг трещотка. Есть реверс, переключение, быстрый сброс, фиксация головки. Трещотка разборная, то есть механизм внутри можно заменить или смазать. Рукоятка. Здесь комбинированная резина-пластик, но черные ставки резина, но здесь как бы не резина в прямом смысле, а обрезиненный пластик. То есть ставки из обрезиненного пластика. Kingroy надпись на самой рукоятке пластиковой и на металле Kingroy хромбонадевая сталь. Все то же самое на маленькой трещотке. Клещи для опрессовки, резки кабелей, опрессовки штекеров и наконечников. Также снятие изоляции. Длина 220 мм. Ручки пластиковые. Так, две свечные головки. 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Два удлинителя под 1/4 дюйма. У нас один удлинитель 75 мм. И под 1/2 дюйма у нас также один удлинитель 125 мм. Удлинитель 250 мм. В наборе нету. По одному удлинителю на каждую трещотку. Два кардана. 1/4 и 1/2 дюйма. Скреплены металлическими вставками. Есть карданы на винтах, есть на заклепках, есть просто металлические вставки. Тестер автомобильный 6,24 вольта. Молоток деревянной ручкой, 300-граммовый, длина 300 мм. Набор бит в пластиковом держателе. Общее количество бит 14 штук. Есть биты торкс, шлицевые, крестовые. Так, торкс, шлицевые и крестовые. Все верно. Применяются они с переходником. То есть сюда вставляете нужную биту и применяете или с трещоткой, или с отверточной рукояткой. Отверточная рукоятка. Такая отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Ручка пластик. Есть присоединительный квадрат сверху. Сюда можно подсоединять или трещотку. В данном наборе только трещотку, потому что если есть Т-образный вороток, сюда можно еще подставлять Т-образный вороток. Вставляете переходник и сюда уже нужную биту. И получаете отвертку. Также данную отверточную рукоятку вы можете использовать головками под 1/4 дюйма.
Так, далее набор штекеров. Набор небольшой V-образных ключей шестигранных, три ключа. Так, теперь головки. В наборе шестигранный профиль головок. Головок длинных здесь всего 5 штук под квадрат 1/4 дюйма. Размер 10, 9, 8, 7 и 6. Это длинные. И головки у нас идут шестигранные короткие. Под 1/4 дюйма у нас 10 головок. Самая маленькая. Так, самая маленькая у нас на 4 мм. Самая большая на 13. Это под 1/4. И под 1/2 дюйма у нас 13 головок. Самая маленькая идет на 10 мм 6 граней. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 220 грамм. Ну и особенность головок Kingroy. Видите, синяя полоска посередине с надписью Kingroy Chrome Vanadium сталь. Также на металле Chrome Vanadium сталь указана маркировка 32 мм и логотип Kingroy. Так, верхняя крышка. Набор комбинированных ключей. 8 ключей комбинированных в размеры 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 и 19. 19 у нас самый большой. Отвертки. 5 отверток. Одна большая крестовая. Так, наконечники проверим. Да, наконечники намагниченные. Это крестовая большая. Две отвертки средние. Шлицевая и крестовая. И две маленькие. Шлицевая и крестовая. Рукоятки обрезиненный пластик. Пассатижи. Длина 190 мм. Ручки пластиковые. И клещи переставные. Длина 240 мм. Гарантия на инструмент Kingroy составляет 1 год. Только гарантии нет на биты. Биты — это расходный материал. То есть ни один производитель на них не дает гарантию. Кейс пластиковый синего цвета. Состоит у нас из двух частей, из двух крышек. Соединяет широкая пластиковая завеса. Металлические замки с надписью Kingroy. Кстати, замки съемные. Инструмент хорошо держится, единственное, что защелкивайте до конца. Теперь по габаритам самого кейса. Вес набора составляет 7,6 кг. Запирание на металлические замки. Рукоятка для переноски есть. В ней есть отверстие для того, чтобы можно было закрыть на замок набор, чтобы никто не брал, кроме вас, инструмент. Ширина кейса 47 см, длина 37 см, высота 8,5 см. Логотип Kingroy оранжевого цвета на верхней крышке. За подписку на канал, за оставленный лайк или комментарий вы получаете дополнительную скидку у нас в магазине при заказе. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. До свидания.